Здравствуйте, здравствуйте, с вами я, Кирюх, сельский варбач Хатыш, и вот сегодня мы будем играть в PC Building Simulator, симулятор будем играть, во. Я ремонтирую компьютеры в этой деревне, я лучше всех знаю компьютеры, я умею их ремонтировать, и сегодня я покажу вам, как я это умею. На самом деле у меня стаж ремонта компьютеров около 3 лет, поэтому эта игра, мне кажется, создавалась прямо именно под меня. Ну, давайте, пожалуй, начнем. Итак, режим карьеры, новая игра. Мне никто не писал об этой игре в комментариях, я нашел ее на просторах Стима и удивился, что вообще такая игруха есть, мне она прям по душе, знаете, я реально проработал 3 года продавцом-консультантом, и в то же время я собирал всякие различные компьютеры. Тот компьютер, на котором я сейчас записываю, я собирал собственноручно. Я подбирал каждый комплектующий, покупал в разных магазинах, потому что что-то дешевле было там, что-то дешевле было там. Ну и по ходу сегодняшней игрули я буду рассказывать немножко о своем ПК-шечке. Кстати, он скоро обновится в лучшую сторону, но это совсем другая история. Сегодня будет разговор о моем компьютере. Так, добро пожаловать в PC Building Simulator. Для начала откройте электронную почту на своем ПК, у двери вам письмо. Хорошо. О, а что у меня здесь? Прозрачные столы. Так, неплохо. И шкафчик еще есть. Это наш компудафтер. E-mail открываем. Хорошо. Привет! И извини, что мастерская в таком состоянии. Спасибо еще раз за то, что берешь ее на себя. Да пожалуйста, а кто ты? Пока не забыл. Дела идут откровенно плохо, так что денег на банковском счету у компании нет. Ой, отлично, спасибо, что хотя бы мастерскую оставил. Каждый месяц будут приходить счета за аренду и электричество. Так что лучше отложить деньги на оплату заранее. Приложил письмо, там работа. Поможет хоть с арендой разобраться. Не забывай про термопасту, когда ставишь процессор. Я вон постоянно забывал, и комп грелся, как чайник. Это, кстати, неотъемлемая часть. Всегда камень нужно нагревать термопастой. Без этого будет очень-очень плохо. Советую вам всегда термопасту наклеивать тоненьким таким слоем. В первое время я это делал очень широким и толстым слоем, и она вообще не помогала. Тим, привет, помоги, а компьютер тормозит. Может, я нажал что-то не то, и там теперь вирусы. Спасибо, Гэри. 100 баксов платит. Наслышан я, что в Америке за ремонты компьютеров платят просто сумасшедшие деньги. Но там есть один минус. Нельзя ставить никакого пиратского софта, иначе ты пойдешь в тюрьму надолго. Так, подойти к ПК. Я телепортировал. Сканирование. G-Aubin. ОС может быть запущено. Удалить вирусы. Окей, так, поднять ПК. Я так понимаю, могу его здесь поставить. Ну ладно, хорошо, что мы поставим. Поставим ПК. В принципе, знаете, это не выглядит как нормальная мастерская. Я был в нормальных мастерских, и там, знаете, все выглядит примерно... Там разбросано все вообще. Там просто такой кавардак в таких мастерских. Я не знаю, возможно, в больших городах по-другому, но в провинциальном городке города Новокузнецка, поверьте мне, мастерские выглядят не очень хорошо. Так, ну что, у нас здесь, кстати, в этой игре куча просто рекламы всяких разных брендов. Я по ходу игры буду рассказывать, что у меня стоит. Куда, что там ставится. Ладно, давайте. Проверка на вирус ОС может быть запущена. Удалить вирус, так, чтобы начать на этом ПК работать. Правую поднять ПК. Так, давай. Для этой работы нужно будет запустить антивирус. Нажмите кнопку Z или кабель и подключите к задней ПК-монитор, клавиатура, мышь и блок питания. Я, в принципе, делал это практически всегда, но никогда к нам на работу не притаскивали компьютеры. Я работал продавцом-консультантом. Их притаскивали в сервисный центр. А я уж потом, по ходу, мог просто помогать людям, если они обращались ко мне с такой проблемой. И дешевле, дешевле, чем делают в мастерских. Так что, смекалочка. Так, ну что, а нам надо поставить, нам сказали, надо воткнуть шнур. Так, подожди, это удалить. Во, кабель. Вот это ставим. Это, кстати, USB. Его ставим сюда. Это тоже... Это HDMI. Соединяем с видюшкой у нас GTX. Хорошо, это что, тоже USB-шка. Это, скорее всего, клавиатура и мышка. Да, все правильно. И это блок питания. Без проблем. Хорошо. Кстати, провода от блока питания подходят практически везде, только в отличие от старых. У старых, по-моему, 4 пина было, здесь 3. Вот такая вилка идет. Вставьте USB-устройство. Для того, чтобы установить антивирус, нужно вставить USB-устройство в заднюю часть ПК. Войдите в инвентарь кнопкой «Установить», выберите USB-устройство и вставьте его в USB-порт. Хорошо. Хорошо, без проблем. Без проблем. Установить инструменты. Так, подождите, он сказал, один надо нажать. А, все, я понял. И нам нужно зайти... Куда нам нужно зайти?
Комплектующий ПК. Заглушка для PCI слота. Всегда выпадывала эта заглушка сраная. Так, подождите, инструмент. А, вот USB-устройство. Узнать больше. А почему продать? Секундочку. Как мне вставить? Может быть, питание включить? Во, запустилось, нормально. Так, подождите, а вот установить USB-устройство. А, во, все, надо было просто выбрать. Все, это намного проще, чем я думал. Кстати, люблю корпуса, которые можно вот сюда вот все вставлять. Намного лучше и удобнее, чем сзади постоянно лазить. Вообще пипец неудобно. Так. О, у нас установилось, установилось все. Так, подожди, щелкаем. Добро пожаловать в Омега, лучшая операционная система. Лучше это винда, хотя я и на Маке работал. Мак для продакшена крутой, для монтажа, а вот винда для всего остального. Просто поверьте мне. Для установки антивируса выберите установку и удаление программы. Не забудьте потом перезагрузить ПК. Хорошо, без проблем, установка и удаление программ. Прям как в моем компьютере. Нет, это очень похоже на Lumix, блин, забыл, как это войско называется. Антивирус. О, все, так легко это не делается. Так легко это все не устанавливается. Обычно одна проблема, и за ней еще следует проблем 10. Это так легко не происходит, чтобы изменить. Да, хорошо, прям как в настоящем компьютере. Омега System. Так, а что, слушайте, мы все удалили вирусы. А, начать сканировать. Все, я только установил его. То есть тут настолько все 298, настолько все продумано. Вирусы удалены, ПК можно смело возвращать клиент. Поднимите его. Хорошо. Так, все быстро, я даже не знал. Так, быстро выключить ПК. Не советую так это делать. Хотя, если на своем компьютере вы нажмете кнопочку выключения один раз, он просто сам выключится через операционную систему. А если 5 секунд подержать, это экстренное выключение. Чтоб знали. Но вы из этих роликов сможете узнать очень много всего нового. Я очень много информации знаю об компьютерах. Поднять. А он провода сам оценит. Ну, слушайте, это быстро. Это достаточно быстро можно делать. Хорошо, все. Вот так, осталось только забрать денежку. Откройте почту, нажмите на принять оплату. Хорошо. Хорошо, принимаем оплату. О, проверка на вирусы. Я уже забыл, когда компьютер так быстро загружался. Был не в курсе, что твой дядя уехал на мастерскую. А, это мастерская дяди. Вот так вот это все делается. Но мастерская явно в надежных руках. Спасибо еще раз, Гэри. Пожалуйста, меня Кирюха зовут. Спасите, у меня что-то компьютер барахлит. И справедливости ради, я был плохим хозяином и совсем его не чистил. Не посмотрите, что может быть не так. Я могу вечерком забежать и вам его закинуть. Если бы мне платили каждый раз, когда я чистил бы ПК, я бы был миллионером по такой сумме за 100 баксов. Я. Сегодняшний день выйди из мастерской. А, что? Нужно больше места поставить. Martoni E-Story 500 гигабайт или что-то лучше. Окей, вы можете приобрести комплектующий в магазине прямо через свой компьютер. А еще можно так подгадай, чтобы их доставили вместе с ПК клиента. Хорошо, сломалась видеокарта. Надо заменить. А, у меня $85. У меня сгорела видеокарта, я бы хотел, чтобы вы ее поменяли на такую же. NVIDIA GTX 970, можно серию Shin. Затем тебе серия Shin. Я даже не знаю, что значит такое серия Shin. Я знаю TI у NVIDIA. Остальных не знаю. Так, что, мы закрываем. Там что-то говорилось про завершить день. Аудиопроигрыватель. Можем музычку послушать и посмотреть. Хорошо. Установка, магазин. А, это в магазине мы будем покупать, да? Ой, слушайте, как тут много всего-то, а? Так, ладно, пойдемте. Я так понимаю, нам сюда, да? Выйти из мастерской. Таким нехитрым образом вы заканчиваете сегодняшний день. Перед этим лучше перепроверить, точно ли вы приняли все заказы, заказали нужно. Все принял, все четко, братанчик. Завершаем. ПК клиента подвезли. Подберите его при помощи правой кнопки мыши и положите на стол. Ох, представляю я, сколько в мастерских такого барахла. Просто жиза. Вы посмотрите, какой корпус красивый, как его засрали, а. Ну, я, конечно, понимаю, что это не лучшая демонстрация моей пекарни, но в рабочем режиме она выглядит примерно так, вся в пыли, и на ней лежит геймпад от Xbox, не знаю, нахренище, HDD, и вот эту всю штуковину я собирал абсолютно сам, боюсь даже открывать, показывать вам что-то внутри. Ну что, открываем святая святынь.
750 ватт стоит, а блок питания, HDD валяется. Как же здесь пыльно. V8, 12-цилиндровый, прям как в Bugatti Chiron'е стоит. Или сколько, подожди, сколько цилиндров-то в Bugatti, не помню. Неважно. Короче, мне понравился этот Cooler Master, потому что он был, выглядел как двигатель V8, короче. Вон у нас там оперативочка стоит, Asus ROG у нас материночка. Что у нас еще? Подсветочка, видюшечка MSI 980 стоит, Avermedia, с помощью которой я PlayStation 4 снимал. Вот она. А, здесь у нас HDD торчат в некоторых местах. На самом деле вы не все видите, сейчас покажу. Опа! Смотрим, что у нас внутри. Дисководов у меня отродясь не было. Я изначально, еще когда 2 года назад собирал, понял, что мне дисководы не нужны. Все красивенько оформлено, как видите, только пыльно. Только пыльно. Жесткий, жесткий, жесткий. И еще с той стороны находится жесткий, но я не совсем хочу разбирать. Там Kingston на 240 гигабайт SSD-шка стоит. С той стороны, я точно помню. SATA заняты практически все. Блин, как плохо вам все видно. Ну, короче, ребят, маленечко спойлеров вам пустил. Вот такая штуковина симпатичная у меня стоит. Ну, а мы продолжаем дальше играть в наш PC-симулятор. Ладно, ладно, я знаю, что ПК-симулятор. Я придуриваюсь. Кирюша 25 годиков дурачится. Че, нельзя, что ли? Можно. Мой канал, хочу дурачусь. Нажмите установить или выберите из списка зажатый воздух, а потом просто щелкайте по комплектующим, пока вся пыль не будет изгнана с позором. На самом деле это немного не так делается. Так, так, так. Вот ненавижу эти болтики. Ставь лайк, если они всегда у тебя сзади раскручены. Всегда они у меня... Вот у меня они всегда 100% вероятности раскручены. Просто не люблю эти сраные... Ой, ужасно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, а выдуть... Подожди, а как? А, я просто нажимаю, и он выдувается, да? Так, подожди, это вообще по комплектующим вводится? Да, вот так вот. Херакс. А, во, нормально, слушайте, почистим. Если бы так быстро было, на самом деле, но это не так уж и быстро. PCI-порты, давай почистим видюшечку. А, все, пропылесосили. OS может быть запущен, удалить вирус. А, все, изи, чекайте. Хоп, очки. На самом деле, в реальной жизни чуть-чуть подольше это делается. Ну ничего, зато с Кирюхой Варпачом вы научитесь собирать компудахтеры. Так. А, питание, включить, выйти сюда. Я быстро разобрался, какая компьютер, это просто второе мое имя. Интересно, у кого-нибудь будет заставка с голой тёлкой? Я один раз наткнулся у клиента на такую порнуху. Просто жесть, я открыл браузер, а там просто... Там миллион вкладок порнухи было открыто. Просто, это был кошмар, мне было так неловко. Короче, открываешь Я почистил вирус, и там было типа отправьте, смс, все такое, я через автозагрузку все это убрал. Открываешь браузер, а там порнушенцы, прям какая-то жестко. А я к мужику пришел, ему за 40 было, там даже за 50, наверное, такой седой немножечко был. Не полностью, но чуть-чуть седина была. Ай, как мне было тогда стыдно. До сих пор помню его адрес. Такое в жизни не забуду. Знаете, когда работаешь, чинишь компьютеры людям, да, я очень часто антивирусы помогал устанавливать, продавал их и устанавливал лицензионные. Я устанавливал обычно Note 32, ездит Note 32, который, и приходил за 500 рублей, устанавливал их людям. И дело в том, что просто, да чё я только не дотыкался, господи боже мой, чего только эти глаза не видели, а? Лучше бы они это не видели. Хорошо, так, нам нужно USB-шку уже вставить. Чё-то я заговорился с вами, ребят. А чё будет, если я выну видеокарту? А давай попробуем. А, я не могу удалить ее. Не могу, не удаляется. То есть, типа, ну да, тут все подсоединено, клеммы одеты, конечно, я это все могу разъединить, все понятно, да. Так, нам нужно нажать сюда, один, инструменты, флешечка, и вот туда ее прихеракать, вот так, херакс, вот сюда у нас антивирус устанавливается, перезагрузить ПКшечку. Ну, слушайте, это какая-то рутина такая неинтересная, давайте что-нибудь поинтереснее из заказов возьмем. Там установка была видюхи и какой-то из... 500, я не знаю, то ли АЗУ была оперативная память, то ли был этот, как он называется,
сколько, 582 вируса, божечки мои, а. На самом деле все так быстро не чистится, это так не работает. Флешка, я надеюсь, вынулась, да? Я же не отдам с флешкой-то со своей. Один раз забывал флешку. Так, это что, скани... это все сделано, да? Поставить, ОС может быть запущено. Надо заменить видеокарту. Давай вот эту видюшечку. Видюшечка, это хорошо. Это хорошо, видюшечка, это хорошо. Ремонт. Queen Britney. Так, а что у нас там есть? Сломалась видеокарта. Shin 970 Gamer. Видеокарты. Видеокарты. Я забыл, какая там нужна была. У нас денег, кстати, не хватит еще. У нас 85 баксов, первый уровень, и... А нам платят за это еще 525. А я надеюсь, это больше, чем видюха-то стоит? У нас 85 долларов, ребят. Нам не хватит. Какая там была видюха-то? О, я могу переключаться между... Все, вообще фантастическая херня. Игра в игре, браузер в игре, просто... Лайк однозначно. У меня сгорела видеокарта. Так, я бы хотел, чтобы вы поменяли на такой же. NVIDIA 970. Надо заменить 970 геймер. Или что-то лучше. 970 геймер. XL. А что она дает? А, есть просто 900. Вот она. 265, это 280. Что у них разница? Частота ядра. Частота ядра. И все. И все. Но это скорее всего, чуть подразгоните, нет? Но он стоит 280 долларов, а я могу в кредит это взять, я не знаю. А почему 310? Я 280 нажал. Есть несколько вариантов доставки, сами решайте, когда лучше. Иногда лучше доплатить и получить деталь сразу, чем ждать несколько дней. Ага, доставка в этот же день. 100 баксов, ты посмотри. 3-5 рабочих... А мне не хватит. Я могу в минус уходить? Серьезно? Так, ну я так понимаю, чувачку я чуть подороже поставил. Надеюсь, он мне докинет пару баблишек. Типа, братишка, спасибо тебе за то, что поставил видюху подороже. Держи тебе денег. На денег. Так, ну ладно, что я могу здесь делать? Надо заменить видеокарту. А у меня больше нету. Кредит по счету превышен. Мегакорп понимает, что не все в жизни идет так, как хотелось бы. Мы предоставляем всем своим клиентам бесплатный овердрафт с лимитом в 1000 долларов. То есть я могу минус 1000 уйти, да? Я вообще думал, что здесь минус нельзя уходить. Ну да ладно. А, удалить вирусы, пропылесосить, подойти к ПК. А, ну это я дал. Это я дал. А здесь что? А, поставить Мартони... Давайте вот это сделаем. А, подожди, сука, надо поставить же обратно его, да? Что, мы здесь все сделали? А, заменить видеокарту. Нет, 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 нет. Это мы возьмем. Поставим сейчас сюда. А, берем вот этот апгрейд. А, поставим. А хотя нафиг мы его ставили? По сути, мы можем ESTore 500 гигабайт. Это у нас... Подожди, это хранение данных, да, наверное? 500 гигов, это же жесткий. Хранение данных. ESStore 500 гигабайт. ESStore 500 гигабайт. ESStore 500 гигабайт. ESStore 500... Вот этот. Добавить. Отлично. Хорошечно. Я подожду. Давай на следующий день. Хорошо. Блин, тут на самом деле вот ту видюшку надо было это, надо было подождать. Но я так понимаю, у меня заданий больше нету, да, мне надо ждать еще один день. Слушайте, я очень быстро так в игру вник, прям, я на удивление очень быстро это делаю. Хорошо, завершить день, приступить к работе. Вам доставка, щелкните по коробке, чтобы перетащить комплектующий в инвентарь. Хорошо. Ох, ни хрена, забрать доставочку, это у нас 500 гигабайт, а что такая коробка большая была, алло. Выход. А, какой из вас-то был? Вот этот. Вот этот. Сейчас бабосики-то получим. А сейчас бабосики рекой пойдут. Так, так. Вот это вот удаляем крышечку. Бац, раз. Бац, второй. Крестовой отверточкой это все убирается. Так, установить. Хранение данных. Так, подожди. Мы должны... жесткий диск хранится вообще вот здесь. Да, вот он, HDD. Вообще некоторые, у меня он вообще вот с этой стороны находится в моем компьютере. А, вообще по-правильному, да, вот для них вот эти вот. Тут тоже надо открутить. Бац, бац, хотя бы закручивать не заставляют, это уже хорошо. Так, что нам шлейф надо, SATA кабелек нам надо отсоединить, да, и питание. Отключить HDD и отключить. Где там провод питания-то идет? Эй, провод питания! Эй! Оп! Во! Это дисковод.
Стоямба. А, во, подожди, могу туда. Тихо. Подожди, не вижу ни хрена. Где там, сука, этот провод? Вот он. Вот он, этот провод идет. Во, все. Удаляем HDD. А, устанавливаем вот этот HDD. Во. 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 А, подожди, а как кабель подсоединить? А... Так, секундочку. Кабель. А, во. Сука, тут надо нажимать. Охренеть просто. Так, ну и питание, конечно же, тоже. А, вот это SATA. Мы питание подсоединили, а это SATA кабелек. Слушайте, неплохо справился. Неплохо, неплохо. Это голова еще что-то помнит, что-то соображает. Ух ты, слушайте, классная игра. Ставьте лайк, если хотите продолжение этой игры. Мне прям нравится, я бы целыми часами сидел и компьютеры собирал. Так, ладно, что, питание включаем. Ну, светится еще, NES XT. Я так понимаю, здесь все брендированное, да, идет. Вообще все комплектующие, которые есть. Кнопка удаления программ. В принципе, слушайте, а здесь ничего не надо делать же. Не забудьте нанести на центральный статус ПК. Не забудьте нанести на центральный процессор. Это термопаста, правильно? Ладно, питание отключаем. Так нельзя делать. Оп, оп, оп. Я знаю, где находится камень, чуваки. Оп. Так, подожди, теперь установить термопаста. Не хватает запчастей. Ой, дурак тупой. Вот в натуре дурачина просто. Так, это сюда. Оп. Инструменты, термопаста. Она... Подожди, а как ее наносить? Нанести термопасту. Я на нее... А как размазать? Я обычно... Стой! Я это обычно карточкой делал. То есть карточку берешь, такой чпоньк. Оп. А я нанес, да? Все? Так, хорошо. Хорошо. Оп. Оп. Закрываем крышечку. А установить теперь вентилятор, правильно, оп, так, подожди, да, вот так достаточно нормально, хотя на обдув на самом деле нет, давай по-другому, подожди, а там крепления какие, а хотя тут не показаны крепления, поэтому пофиг, да куда ж ты крышечку-то открываешь, ну, термопасточку-то, ну, вот, херакс, эть, термопаста улучшит тепло между ЦП и кулем. Да я знаю, ёпта. А чё он просто капнул? Не надо, её же размазать надо там по-нормальному, не? Ладно. Закрываем крышечку. Достаем. Сука, как это сложно, а? Оп, сюда ставим. Только я бы вот так на самом деле развернул и поставил бы, наверное, вот так на... А, подожди, это же выдув, ёпта. Он же выдувает, правильно? Туда должно быть всё. Окей, вот так вот, херакс. А, все. Подожди, чё? А, кабеля. Конечно, как же. Во. Корпус собран не до конца. Да шо ж ты? ОС может быть запут. Да шо ж ты будешь? И как мне собрать? Как мне, сука, собрать? А, во, боковая. Хорошо. Закручиваем. Сука, собирать все-таки нужно. Как же это муторно. Как же это муторно. Так, херакс. Херакс. Все. 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 Оп. Все, пожалуйста, работай. Я вроде ничего не забыл. ОС может быть забыл. Оставить у двери. Все. Все. Охренительно просто. Охренительно. Лучший ремонтник. Лучший сегодняшнего дня, я считаю. Так, здесь что у нас? Здесь надо ждать. Надо ждать. Хорошо, а что нам по заказам там? Давай денежку заберем. Подойти к ПК, принять оплату. А удалить вирус. А зачем? А что? А? А я же все. Я же отдал. Корпус собран. Сука! Я... Ты посмотри на него, а. Ты посмотри, оказывается, нужно все собирать. Ну, держись, сучка. Ну, ладно. Не знал я, что надо забирать корпуса. Я-то думаю, что не так. Оставить у двери, не подключено к сети. Хорошо, это не проблема. Все, вот сейчас со... все, заказ можете, приними оплату. Все, 145 баксов. Заканчиваю день. Когда доставка? Ты что, дурак, что ли? Фу. Ну, на сегодня, ребят, нам, наверное, хватит уже, что?
Неплохо получилось. Я вам показал сегодня и свой компьютер, и вообще, вот, ну, маленький кусочек компьютера. Если вы хотите продолжение этой игры, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. А с вами был Кирюх Варпач, и увидимся с вами в новых прохождениях. Если эта игрушка вам зайдет, я выпущу вторую, а там и третью, а там и пятую, и десятую части. Всем огромное спасибо, и всем удачи, и всем пока. Еще увидимся. Собирайте свои ПК правильно.